Всем привет, привет, дорогие друзья, смотрите, это блокада, мы сегодня с вами в нее поиграем. Кстати, почему вы не вступаете в мой клан? У меня там 8 человек, максимум 88, вступайте, ребятки, я вас жду всех. И также, пожалуйста, поставьте палец вверх, уберем 100 пальцев и продолжим играть в блокаду. Начинаем? Так, я, как всегда, со своей любимой снайперкой. Да, ребят. О, да что ты будешь делать? Да почему я промазал так? Почему? Почему? Ладно, сейчас сосредоточимся и попадем. Нормально. Да нет. Проблема во мне, похоже. Раз, готов. Я 3 раза в него попадал. Ну, точнее, стрелял, целился и все 3 раза промазал. Это очень плохо, ребят. Я не помню, на какой мы карте, но тут очень красиво, очень сочно, красочно. Мне нравится. Люблю зеленый цвет. Можно больше зеленого. Так, я вижу какую-то тропинку, интересно. О, тут лежаки, ребят, смотрите. То есть это подземка такая, тут можно спать, только света не хватает. Вот так-то лучше. Вот она подушечка, это кроватка, одеялка. Можно поспать. Так, ладно, хватит. Хватит мечтать, нам в бой все-таки. На военном полигоне. Тут очень опасно. Я вижу там кого-то. Можете писать, наберем 100 пальцев вверх. Нет, мне кажется, наберем, ребят, потому что вы же хотите продолжение, я надеюсь. Я лично хочу. Спрятался. Какой ушло, смотрите. Вот так вот. Он ничего не заметил, что ли? Так. Никого не вижу. Надеюсь, меня тоже не видят. Давайте зайдем в этот домик. Мне проще будет сделать так. Так, тут тоже лежак, смотрите, подушка. И кроватка двухместная. Это хорошо. Не вижу там никого. Ладно, выходим. Выходим с домика, идем дальше. Кто у нас там? Оп-ля. Никого. Так, тут тоже классные. Окоп. Так, тут тоже спальня. Так, отлично. Мы, по ходу дела, до вражеской территории пробрались. И это очень, блин, опасно. Блин, у меня же есть аптечка. У меня же должна быть аптечка. Отлично. Воспользуюсь аптечкой. Классно мы. Классно мы попали. Надо свалить. Я его убил все-таки. Успел. 6 я завалил. Сам не начал. Можно попробовать ВСДДДЕ. Вот это да, тоже хороший. Мне нравится. Кто там? Кто это такой? Блинский черт. Так, вроде никого не... А, вижу, вижу, вижу. Вижу. Ну что ты? Вот отлично. Зайка. Можно прям в голову стрелять. Ел читать голову, мне кажется, кстати. Очень эффектно будет. Это кубик, я думал, это кубическая голова. Так, ладно, двигаемся дальше. Пока что никого не видно. Так, по коридорчику. Вон он. Отлично. Нормально так. Главное, чтобы меня не убили. Надо чаще перезаряжаться. Там 15 патронов всего лишь. Они очень быстро израсходуются. 1-2 секунды и все, и нету их. Сажать без передых. Смотрите, вот 15 патронов, засекайте. 1, 2, 3. Ну, секунду 3, да, наверное, 2,5-3 секунды. Если я кнопку зажать и держать ее. О-о-о-о. Кто это был? Кто это? Откуда его? Блин, что-то там все загорело. Тима, здорово, пишет. Меня уже стали подзабывать, мне кажется, в блокаде.
Раньше помнили постоянно. Так, где он? Я видел там его, блин. Ну, следить во все глаза, следить. Эй, как туда попаду в окоп этот? А, вот он. Так, отлично. Все. Блин, я хотел закрыть за собой дверь. Печально. Все, я сейчас помру, возьму леди. Леди нам все по плечу. Но все не помеха. Так, идем. И что такое? Ух ты, какие цветные кубики. Ладно, уходим отсюда. Шлагбаум, это шлагбаум, точно. Это блокпост. Да, это блокпост. Но я имею в виду другое. Уху-ху. А вот с леди бы я бы убил бы его. То есть возьму. Не, давайте леди возьмем. Нашу леди. Ну отлично. Чтоб тебя, знаешь что? Так, чем мы еще можем стрелять? Вторичное оружие. Холодная вторичная амуниция. Так, кюшка. Кю? На кун нажать. На кью же. Это 5. Да, ну вот она, РПГ. В крайнем случае. Ну, о, снизу, нифига себе, это тоже. Фух, классно, я снес. Еще 2 патрона есть. Ничего себе, от него почти ничего не осталось. Молодец. Нужно больше подобных всяких там гранатометов. Ну круто, круто. Я думаю, в этом блокада, да? А блокпост есть еще, я путаю. Блокада, блокпост. Вот, там тоже, в общем, во втором шутере ВКонтакте надо подобные РПГшки там сделать. Я думаю, тоже будет классно. Там только начинается, там довольно-таки неплохо уже. Отлично. Блин, единственное, вот там видно, когда они только появляются, когда они синие, и в них нельзя стрелять. То есть ты их не убьешь. А тут почему-то этого не видно, это, к сожалению, конечно. То есть он был пока что неуязвим. Но мы этого не видели. А в блокпосте там виден, то есть они синими подсвечены. Значит, их нельзя убивать. Да, так проще, так. Только не знаю, что это, нет, стрелять, нападать. Так, давайте F-чечку съедим. Блинский черт. Все-таки кто-то меня снял. Кто ж ты такой-то? Покажись. Я отомстим сейчас. Отомстим или отомстим? Много-много раз будем мстить тебе. Ты это прочувствуешь всю нашу месть. Так что мы сейчас разберем тут. Вот так. Блин. Где там зайчик? Ну-ка, давайте. Бабах, отлично. Просматривалось. Надо перезарядить. Да кто это? Кто там по мне шмалял? Ау. Блин.
ты, ничего себе он сделал, классно. Классную постройку сделал. Мне нравится, ей пытаются разнести по ходу дела. Кто там шмаляет у нас? Так, на... О, нифига себе, я упал. Боже мой, высоко было. Кто это сделал? Кто меня построил? Так, ну молодцы, хороший тоннель. Тоннель — самое лучшее средство добраться к противнику незамеченно. Боже ты мой. Блин. Что-то у меня еще из амуниции есть. А джавелин мне не подойдет? То ли у меня закончились они, то ли что. Как у нас сколько осталось? Тут не написано, сколько у нас осталось. О, нифига себе. Как с этого стрелять? Давайте попробуем. Такая махина здоровая. Летит. О, нифига себе. Это было круто. А как ты действуешь? Просто минка? Ох ты, хороший выстрел. А кто сильнее, РПГ или вот эта махина? О, классно, он подпрыгнул. Можно их заминировать вообще всех. А все закончилось, блин. Ну как-то так, ну круто, кстати, круто, да. А что там у меня еще есть? А, граната. Ну, граната на букву Г. Нормально. А что еще есть? На букву Х у нас. Дымовуха, скорее всего, да. Дымовуха. Так, ну это мне вообще понравилось. Так. Попробую минки, что ли, поставить им. Ладно, может быть, находится. О, что-то взорвалось. Вообще-то, наверное, противотанковые, да, наверное? Как, где он, где он, где он? Давайте попрыгнуть и попрощаться с вами. Пока-пока, ребята, хочешь больше серии. Знаешь, что делать. Поставить палец вверх, 100 пальцев набираем и продолжаем играть. До скорого, ребята, пока-пока.